спешим домой. Пришла какая-то посылка с Китая. Конечно, догадываюсь, что за посылка, потому что я заказывал. Но, блин, быть такого не может. Дошла всего за неделю. Это как-то очень быстро. Я буду удивлен, если это действительно так. Приеду домой, расскажу, покажу, что за посылка. Тут устанавливают газ опять, газовые установки. Блин, только их не понаставляли уже. Везде есть газовое оборудование, где хочешь заправляйся. Раньше как-то было все более культурно, раньше только на газовых заправках можно было заправиться. Ну не на газовых, а просто на заправках, где присутствует газ. А сейчас каждых 100 метров газовая заправка, отдельно стоящая, почему-то возле домов, в полях, где хочешь есть. Мы стоим на красный свет теперь. Ну, люди проезжают на красный свет, ничего страшного. АИ-0678. Вот еще один. Нет, этот поворачивает. Странно, где же полиция? Вроде что моргала, но это было... Отзеркаливали задние стопы. Вот, так что сейчас спешу домой. Хочу посмотреть, распаковать, покажу, расскажу. Ну что ж, друзья, вот я и дома. Распаковка будет на стуле, потому что везде срач. Стыдно показывать. Вот посылочка. Вот. Теоретически здесь должно быть два монопода и штатив для телефона. Вот. Так вот она выглядит. Прощупывается просто два монопода на самом деле. Вот, ну, будем смотреть. Не терпится уже, честно говоря. Так. Распаковываем. Так. Да, это и есть розовый монопод. Блин, резина такая какая-то. Странно немножко. Здесь кнопочка. Выдвигается, я не знаю, сантиметров 50. Вот. Угу. Вот так вот. Так, давайте подключим телефон. Где мой телефон? Вот он. Так, попробуем. Так, давайте пока что отложим. Дальше у нас идет запасной штатив для монопода. Да, тут не совсем то, что я заказывал. Может быть, я неправильно понял посылку, ну ладно. И черный монопод. Ух ты, как он разболтан. Он закручивается здесь. Ну, примерно так же. Двигается вот кнопочка здесь. Ну, такая ручка, детский монопод, я бы сказал. Так, сейчас попробуем проверить его, как оно работает. Galaxy Ace 2. В принципе, держится нормально. Так, подключаем. Попробуем, что он себе представляет. Вот у меня телефон с усиленной батареей. Вот здесь он, видите, такой толстенький. Вот здесь камера у нас. Попробуем сфотографировать. Но что-то ничего не происходит. Попробуем перевключить. Так. Пробуем. Кнопочки загораются. Но оно не фотографирует, я вам скажу. Нажимаем на кнопку. Ничего не происходит. Может, подержать надо. Попробуем перейти на видео. Тоже так же ничего не происходит. Так, хорошо. Попробуем на другом. На розовом. Розовый на подарок покупал.
принципе. Так, пробуем. Вставляем его сюда. И что-то нажал. Видео нажал. Так, переключаем на фото. Вставляем. Пробуем нажимать на кнопку. Также ничего не происходит. Почему? Почему, непонятно мне. Чем дальше отодвигаете, тем у вас больше запас. Но нам не фотографировали. Такой. Не очень. Ну, ладно. Так, пока не разобрался. Ну, ладно. Потом будем разбираться, почитаем инструкцию производителя, пообщаемся с продавцом. Так, это у нас что? Это у нас штатив. Ну, такой. Наверное, я просто не так понял, что заказывал. На фотографии была совсем другая штука. Для чего же это? Ну, понятно, оно накручивается. Должно накручиваться сюда, но нафиг оно мне надо. Не знаю, продаю, ребят. Гривен за 20 продам. То бишь, за доллар отдам. Но оно мне просто не нужно. Вот, ну моноподы пока не работают. Будем смотреть, что с ним не так. Ну, дошло, кстати, вот 7 дней, как продавец ее отправил. Отправлял он мне, заказал я где-то приблизительно 11 дней назад. Вот и дошло оно мне вот сейчас. Ну, то есть, от момента заказа приблизительно 11 дней. От момента отправки продавцом 7 дней. Четко 7 дней. Даже меньше, по-моему. 17 числа он мне отправил, сегодня 26. Получается 9 дней. Да, я просчитался, наверное. Не знаю, сейчас мозги немножко не варят. Ну ладно. Так, разбираемся. Распаковал вроде все целое, но не работает что-то, не понимаю что. Да, друзья, обошлось мне это все вместе. Два монопода и штатив для... Не штатива, а крепление для штатива. Все обошлось мне $8. То есть в гривнах это в районе 90 гривен. Каких $90? Что я мелю? 3 с копейками доллара. 3 с копейками доллара мне это обошлось. 90 гривен. Вот. Так что ссылку, может быть, оставлю в описании. Не оставлю. Не может быть, вернее, оставлю в описании на продавца. Вам решать, как бы. Но, в принципе, ну, детская штука, детский монопод. Как бы. Вот. Друзья, разобрался, в чем проблема была. В общем, смотрите, объясню на андроиде, как это делается. Здесь у вас есть меню. Нажимаете на меню, нажимаете настройки, еще настройки. У меня здесь была нажата кнопка, чтобы я мог снимать, съемка кнопкой питания. Убирайте отсюда птичку, и будет вам счастье. Вот, то есть нажимаем на кнопку фотографии. И получаем фотографию. Опа, фотография ушла. Вот. Мои влоги будут немножко более объемные. Будет больше картинка. Это мой аквариум сзади меня находится. Он полупустой почти. Там даже плавают рыбки. Сейчас... Ладно, включу. Сейчас включу. Бутылок у меня куча. Где же эта резетка? Вот она. Включай. Ну, включайся же. Вот, мои рыбки здесь плавают. Вот, так что, пришла посылка, не совсем... Не все, что я заказывал, не все, что я думал. Вот, ссылку оставлю в описании. Можно будет... Купить очень быстро, доставка произошла, я был удивлен. Вот, так что
До следующего влога. Прошло и совсем немного времени, как он уже развалился. Вот я его закрывал и порвал вот такую вот. Вот что с ним случилось. Придется использовать изоленту. Вот, ну, в принципе, тут не все так печально, как кажется, но, наверное, он еще работает. Блин, камера сфокусироваться не может. Ну, в общем, видно. Ну, а что вы хотели за такие деньги? Так, сейчас зайду на Алиэкспресс и поговорю с продавцом. Вот, что такое, почему так случилось, почему получилась непонятная история такая. Вот, так что, еще раз, до следующего влога. Заказ, зашел посмотреть, что не так здесь. Вот этот новый универсальный что-то там. Черные учипы, автозапуска, ручной палка, клипс, совместно для каких-то телефонов. Так, переходим. Здесь видим мы вот такую штуку. Да, вот он на самом деле. Вот сама эта вот. Но я-то думал, что это вся установка. Я рассчитывал, что она будет за такие деньги, да. Она будет какая-нибудь хлюпенькая. Но мне такая, в принципе, и надо. Надо было посмотреть вот остальные картинки. Да, немножко я тупанул. Вот. Да, мой прокол. Ну что ж. Так и будет. В принципе, я потерял немного денег. 15 гривен, 56 центов. Вот, жалко, конечно, что мне пришел не штатив, я так рассчитывал на него. Вот. Но вот у продавца 4 бриллианта. Работает действительно четко. По отзывам у него все хорошо. Я читал, вроде мне все понравилось. У него же, ну, короче, вся посылка была заказана у него. Так что я сейчас с ним пообщаюсь. Наверное, надо будет заказать штатив. Я с ним пообщаюсь, чтобы он мне какой-нибудь подсказал, что у него есть. Закажу, чтобы у меня был штатив такой стационарный. Потому что вот даже снимать обзоры неудобно. Неудобно. Всем привет. Немножко странный у меня влог получается. Вот. Это уже следующий день после вчера, после вчерашних пробок. Вот. Я просто решил протестировать монопод, как он себя будет вести. Вот. Как он, пока не понимаю. Тут уже ждет. Вот. Я опять иду на работу. Если Саша Шапик говорит, что у него ничего интересного в жизни не происходит, я его хочу огорчить. У меня ничего интересного в жизни не происходит. У меня каждый день одно и то же. Утром уезжаю на работу, вечером приезжаю с работы. Ничего не происходит. Вот. А, какие болтает. Не привык я немножко к длинной руке. Единственное, что вчера установил, куча проводов висит, куча всего, роутер, удлинители. Пока что не закреплено, здесь камера. Приеду на работу, покажу, как она работает. Установил камеру. Ну а что, камера есть, а она не подключена. Как-то просто поставил. Ух ты, кот, как за птицами прыгает. Ричи, ты что, голодный?
Нормально. Сибака. Бейки. Ключ поломался, посмотрите. Ключ остался в замке. Ответная часть у меня. Круто, да? Надо будет приклеить какую-нибудь. А то так один раз уйду и даже не замечу. Масло, мне посмотрели ходовую, поменяли ремень, может уже свистит. Мы уже опоздали на работу, уже 10:02. И, конечно, я и выехал в 9:30. Я уже должен был быть на работе, но, блин, пробки такие, колонны автобусов. Сейчас наконец-то съеду с проспекта Победы на окружную и буду себе нормально ехать, потому что это жесть. Сзади едет патрульная полиция, сопровождающая колонну. Нахрена они там едут, вообще непонятно. Короче, еще и так, типа, замыкающая колонну. Типа, такую дистанцию держат, как... Ну, не знаю, зачем они там едут. Короче, как-то так. Ну что ж, друзья, вот я и дома.